Нет, слава. Вообще, мы сегодня машины не жалели, одну вообще положили на дороге. Мы пока добрались в Новый Буг, я вообще не думал, что так плачевно с дорогами. Слушайте, я прям проникся с вами вот с этой болью. Я еще никогда в жизни не ехал 34 километра на первой передаче. Вот вообще никогда. Мы никогда не ехали такое расстояние 3,5 часа. Вот, ну, просто. Я настолько вас понимаю, жители Нового Буга. Я с вами солидарен. Я буду посты делать везде на Фейсбуке. Я буду, если у меня будет возможность сказать где-то в администрации, на концерте, поверьте, я скажу, я не промолчу. Это просто жах. Но среди всего этого, вы молодцы, что пришли сюда. И я благодарен за то, что вы поддерживаете нас. Вам спасибо, Новый Буг!